Боксер. У этого боксера самый длинный язык в мире. Какого еще рекорда можно было ожидать от собаки этой породы? Знаете, боксеры словно трехлетние дети. Это так? Они никогда не взрослеют. И если вы меня спросите, сколько боксеров надо, чтобы заменить одну перегоревшую лампочку, я отвечу: ни одного. Они будут играть в темноте. Предположительно, боксеров назвали так из-за их интересной привычки. Они дерутся передними лапами, словно боксеры. По ним сразу видно, грустные мы или весело. Как правило, у боксеров купированы хвосты, так что виляют они все задней частью. Это выглядит очень смешно. Привет. Боксер – настоящий спортсмен с отличным телосложением, полной энергии. Благодаря этим качествам собаки этой породы часто работают в полиции и в охране. Эта порода произошла от исчезнувших уже немецких буллербейсеров, собак, похожих на мастифов, которых использовали для охоты на крупного зверя, медведей и диких быков. Их скрестили с английскими бульдогами. В результате получилась порода боксер. Одна из самых выносливых и сильных в мире. Короткая морда и выступающая вперед изогнутая нижняя челюсть придают облику боксеров их характерный вид. Насколько известно, боксеры появились в начале прошлого века. Тогда же один из них снялся в самом первом кинофильме. И сегодня боксеры обожают развлекаться. Кого ты любишь? Я тоже тебя люблю. Когда я взяла щенка, заводчик мне сказал: боксеры, они как чипсы. Невозможно остановиться на одном. Щенки-боксеры могут быть трех разных окрасов: палевого, тигрового и белого. При этом почти 18% белых боксеров глухие. Независимо от окраса, эти собаки требуют очень много внимания. Эмили и Джейми Деннис с удовольствием дарят его своему 4-летнему Таю. Эй, Тай, смотри. Тай – настоящий член нашей семьи. С тех пор, как он был еще щенком, он постоянно с нами. У нас даже на входной двери табличка висит надписью: «В каждом доме должен быть боксер». Мы готовы на все ради него. Поэтому, когда Тай однажды начал хромать, Деннисы сильно заволновались. Хромота прогрессировала, ему становилось хуже. Мы очень нервничали, видя, что с ним происходит. Выяснилось, что Тай повредил одну из основных связок колени, крестообразную связку. Без нее две кости сместились, и Тай начал хромать. Разрыв крестообразной связки составляет 90% из всех повреждений собачьих лап. И без операции его вылечить нельзя. Его увезли на операцию. Я так волновалась. Я плакала, как ребенок. Мы не знали, когда он сможет ходить и сможет ли вообще. Теперь в колене Тая металлическая пластинка и несколько болтов для восстановления разорванной связки. Пройдет несколько месяцев, прежде чем он сможет жить нормальной жизнью. Пришло время массажа, парень, пора. Тай должен пройти через ряд процедур и упражнений, которые восстановят подвижность его поврежденного колена. В этом ему поможет специалист по реабилитации собак Карен Лукини. Все приемы, которые мы используем в физиотерапии для людей, вполне подходят и собакам. Карен недавно начала работать с собаками. Сменить карьеру она решила из-за своих собственных боксеров. Именно они меня вдохновили на то, чтобы помогать другим собакам, посвятить им всю свою жизнь. Она ушла из госпиталя и начала постоянно работать с собаками. Основная разница между людьми и животными в том, что собаки так много не жалуются, как люди. Если боксер хромает, для этого есть очень веская причина. Я, малыш, сюда. Сейчас идет уже 12-я неделя реабилитации Тая. Он отправляется на любимую процедуру – подводную терапию. Больше всего на свете Тая любит плавать и есть рыбу. Так что я не сомневаюсь, что подводная терапия ему очень нравится. В воде он может разрабатывать свое травмированное колено, не нагружая его слишком сильно.
Труднее всего было на третьей и четвертой неделе. Ему стало лучше, а мы должны были следить, чтобы он не бегал и не прыгал. Стали мы добились больших успехов. После такой травмы он не подволакивает левую лапу, может подниматься и спускаться по лестнице этих гор. Но все получилось. Ты настоящий чемпион. Благодаря Карен период реабилитации оказался короче и приятнее для всех его участников. С каждой неделей ему становится все лучше и лучше. Если у вас однажды был боксер, никакую другую собаку вы уже не заведете. Боксеры — любовь всей моей жизни. Боксеры — шестая по численности порода собак. Их любят за отличный характер и верность, и за длинные языки. Это Джон и его собака Бренди. Длина ее языка 42 сантиметра. Это рекорд среди всех собак. Когда она была щенком, у нее был язык, как у взрослой собаки. Она росла, и язык вместе с ней. Независимо от длины языка боксера, его надо постоянно тренировать. Надо, чтобы они были проворными и ловкими, и чтобы слушались хозяина. Их нельзя просто во двор выводить. Им нужно обязательно чем-нибудь заниматься. Знаете, тренировать их не так уж просто. Совсем не просто. Конечно, они настолько сложны, как гонщик, которые постоянно отвлекаются на запахи. Тем не менее, боксеры тоже могут терять интерес к тренировкам и начинать заниматься каким-то своим делом. Условия содержания. У боксеров короткая шерсть, поэтому их надо защищать от холода. Боксеры отлично живут в квартирах. Но также могут содержаться и на улице. Они отлично прыгают. Так что, если ваш двор обнесен забором, проверьте, чтобы он был достаточно высоким, иначе боксер его перепрыгнет. И будет делать это время от времени. В жаркое время года защищайте боксеров от перегрева. Все дело в строении его морды. Она слишком короткая, так что он может получить тепловой удар очень быстро. Не забывайте следить за состоянием собаки в жару. Уход. Есть и приятная новость. За ними очень легко ухаживать. Нужно следить, чтобы складки морды вашей собаки всегда оставались чистыми. Иначе это может развиться инфекция. Боксеры отличные охранники и верные друзья. Они отлично уживаются с людьми, однако они не любят, когда дети их мучают. Из всех пород у боксеров самый высокий риск заболевания раком. И короткая морда может стать причиной проблем со здоровьем, например, перегрева в жаркий день. И внимательно убирайте щенка, потому что боксеры все-таки разные. Лучше всего боксеры чувствуют себя в умеренном климате, не очень жарком и не очень холодном. Им необходимы регулярные ветеринарные осмотры. Шерсть боксеров короткая и не требует особого ухода. Боксеры хорошо поддаются дрессировке, им постоянно требуется упражнение внимания хозяина. При правильном воспитании боксер отлично уживается со всеми членами семьи. В общем, боксер — это та собака, которая вас очарует, заставит вас вести активный образ жизни и постоянно улыбаться.